Татьяна Анатольевна, какие события произошли в вашей жизни в нынешнем театральном сезоне? Ну, в этом театральном сезоне я совершила такой решающий и страшный шаг для актрисы, как поменять театр. Я покинула театр имени Ленинского комсомола и с сентября месяца прошлого года являюсь актрисой Московского театра имени Ермоловой. Вот, так что, да, конечно. Ну, я оставила театр имени Ленинского комсомола, потому что я какое-то долгое довольно время была без работы и, в принципе, не видела для себя дальнейших перспектив. Но, несмотря на это, мы расстались с театром хорошо. Я пользуюсь случаем, возможностью еще раз признаться в любви к коллективу театра имени Ленинского комсомола и к Марку Анатольевичу Захарову. Это моя беда, а не его вина, что не было у меня работы. И когда молодой режиссер Валерий Владимирович Фокин пригласил меня в труппу театра имени Ермолова, обещая много работы, я с радостью и энтузиазмом согласилась. Вот сейчас, пока я выпустила спектакль «Один, говори» по пьесе Буравского, Александра Буравского «Говори», где играю небольшую роль, но очень важную для смысла спектакля, роль Марьи Сергеевны Борзовой. И приступила к репетициям пьесы «Олби», «Шаткое равновесие», которую перевел Виталий Вульф, и репетирует режиссер Владимир Салюк. И также параллельно начинаем репетировать пьесу Родзинского «Бег трусцой» или «Спортивная сцена» 1981 года, которую репетирует сам Валерий Владимирович Фокин. Роли мне там очень нравятся, а что получится, я пока не знаю. А кто еще с вами там, ваши партнеры? На роль приходит Татьяна Васильевна Доронина. Роли мужские играет Виктор Павлович Павлов и Олег Меньшиков. Эти актеры тоже перешли с нового сезона в театр имени Ермоловой. Еще какие события в вашей жизни? Ну, вот совсем недавно я вышла замуж. Он тоже человек театра? Ну, он писатель, но тоже имеет отношение к театру. Это ленинградский писатель Михаил Мишин, и он, может быть, вам известен по таким спектаклям для театра Райкина. Это для Аркадия Исааковича Райкина, его величество театр, и для Константина Райкина «Лица». Ну, я вас поздравляю. Спасибо. Радость. А какие планы в кино? Ну, в кино я хотела посвятить этот сезон театральным работам, но последнее время я снималась в кино, и у меня было такое желание немного остановиться. Но мне настолько нравится работать в кино, то что остановиться, в общем-то, все равно не могу, да? Страшно и не хочется. Ну вот сейчас на экраны вышел фильм «Жизни Потапова», где я играю роль жены главного героя. Закончила съемки в фильме «Бармены Золотого якоря». Это киностудия Горького. Это мой дебют в детективе. Но, конечно, я сейчас отдам преимущество театру, потому что я соскучилась по работе на сцене. Да. Очень хочется. Желаю вам успеха. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.